задание у нас поговорить с Фулатхо. А что это в углу? Вот здесь. Какой-то узорчик. Моя подпись, чтобы ты знал, что это мое, а не Халясана, или хуже, Абу Джафара. Что ты ищешь? Я же шучу, Падаван. А, Басим, как поживаешь? Да, Энкиду, я тебя покормлю. Он умен, однако ему предположительно должно сопутствовать терпение. Кого-то он мне напоминает. Ты говорил с наставницей Рошан. Набери терпение и цени свои успехи. Я постараюсь. Рошан попросила меня зайти к тебе. А, да, Ребекке нужны разбитые работы отрезы кожи. Конечно, Фуладж. Аракалахикакахаха. Аллахамакалакала. Так, найдите отрезы кожи. А тут что красным сияет там. Ребекке нужны отрезы кожи со склада в лагере. Нужно их найти и отнести. Пойдем. Да лагерь-то тут такой не маленький. Не то. Здесь не просто что-либо найти. Не забудь о перьях, Фулатх. Напомни всем конторам в Багдаде отправить все окровавленные перья и отчеты о заданиях в Аламут. Каждое перо — это наша победа, их нужно собрать и сделать записи в хрониках. Так, ясно. No, that is not a strip of leather. Forces within the Caliphate are beginning to put pressure on us. Forces? You mean the Order, Rabban? I can only speak of what I know, Your Sardari. The Caliph wishes to nullify the rebels, and if you persist in giving them support, we cannot assure you protection from any Caliphate response. The rebels supply us with information in Baghdad. Without them, we are blind. Be that as it may, Governor Muhammad is very committed to showing that he can end this rebellion swiftly. I do not doubt that. I came to warn you. Things are moving fast in Baghdad. You may have to act sooner than expected. I hear you, Aban. Какие-то повстанцы. Выходит, только правящие в этих землях тахириды стоят между Аламутом и нападением врага. Шаткий мир. Сколько он продлится? Ну залазь, чё ты? Эй! Блин-то. Отнесем ремни Ребекке. Ребекка. How does construction go? Как идет строительство? It is taking longer than we expected. Нам требуется больше времени, чем мы думали. Понимаю, это досадно. Наставник Райхан мудрый человек, но он говорит об этой горе так, словно нам суждено обосноваться именно здесь. Мы нетерпеливы и следуем его указаниям. Наставник Рошан говорит, чтобы я не торопился возвращаться. Я бы тоже не торопился. Багдад стал совсем другим. Там очень опасно. А, так это не Ребекка. Это не Ребекка. Она где-то внизу, что ли? Вот она. Ребекка? Ребекка? Басим. Басим.
Опять бесцельно бродишь по лагерю? Нет, я принес тебе кожу. Такая подойдет? Очевидно, деревянные мечи тебе уже не годятся. Я была против, но Рошан настоял на своем. Вот твой кинжал. И твой меч. Я горжусь тем, что работала над ним. У этого клинка есть характер? А у каких моих творений его нет? Я твой должник. Не ждал, что новое оружие будет готово сегодня. Поблагодаришь меня использовать его против ордена. Пусть испытает его. Себе остроту его... Тыры-пыры тролливали. Так, а что за меч, что за кинжал мне там дали? Рошан сказал, у тебя сегодня еще будет учебный бой. Покажешь ей новый меч. Скорее бы. Так, кинжал Аламутского посвященного, меч Аламутского тоже чего-то посвященного, да? Обучение метательные ножи. А Эс-Садыки? Нур показал мне новый способ держать нож, и броска сразу стали куда точнее. Если правильно бросить, нож летит быстрее прямо в цель. Напомню тебе, как обращаться с ножом. Так. Так, метательный нож. Прицелиться, затем нажать тыры-пыры, семидыры. Фа. 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 Well done. Боезапас иссяк. You have inspired me to train harder. This is the way, Yasodi. Боезапас иссяк. И где нас собирать? Или больше ничего не надо. Так, они не возвращаются, да, ножи? Вроде как не возвращаются. Так, мне до тренировочной площадки надо добраться. Где-то как-то. Так, это не тот. Это не так пошло, да? Что-то за бревно вот это плохо как-то хватается. Good work. Молодец. До завтра. Басим, пришло время учиться бою. Я удивился, когда Ребекка вручила мне меч. Не слишком ли это? Грубое оружие для... Как один из незримых, ты должен уметь обращаться с разным оружием. Никогда не знаешь, что произойдет в бою. Владеть мечом может всякий, но как им будешь пользоваться ты? Я здесь, чтобы этому научиться. Ты действительно здесь? Ну да, кажется. Твое тело здесь, но здесь ли ты разумом и душой? Это что, загадка? Нет, это разница между жизнью и смертью. Давай драться уже. Не отрывай взгляда и кружи вокруг меня. Никогда не поворачивайся.
Для начала покажи, как ты наносишь удар. There are times when we must put more force into our attack to cause more damage. It will leave you exposed, so time it properly. Now go! That's it! Come in strong. Excellent! Now, for defense. Перейдем к защите. Ты можешь парировать атаки противника. Успешный парирование нескольких ударов оглушает противника. Попробуй парировать мои атаки. That's good. Прекрасно. Некоторые удары нельзя парировать, от них можно только увернуться. Приготовься. Вот так. Well done. Так, запас выносливости иссяк. Вынос расходится при уворотах и атаках. Если запас выноса иссякнет, вы не сможете уворачиваться. А пока пройдем в вольный бой. Давай. Опа, у меня, да, выносливость-то слабовато. Опа. Where did that come from? Это еще откуда? На сегодня все, Басим. Зачем прерваться? Неудача ничему меня не научит. Настоящее обучение в равной мере требует как действий, так и покоя. Ты совершил действие. А теперь ищи покоя. Не торопи события. Будь терпелив. Неудача – это часть развития. Обдумай мои слова и возвращайся, став сильнее. Да, достанется, так и сделаю. Хорошо, увидимся позже. Ахмад скоро вернется в дом мудрости. Боюсь не угодить прямиком в змеиное гнездо. Я знаю, как вы с братом близки. Скоро мы будем знать больше. Тогда мы сможем перейти к действиям. Ассаламу алейкум, Абу Джамаля. Я Ахмад. Ахмад, прошу прощения. Ничего, садись, погрейся у костра. Завтра наш брат Ахмад нас покинет. Отправляюсь в Багдад, дом мудрости. Дом мудрости? Мы с братьями работали там долгие годы. У меня еще остались незавершенные дела. Наука никого не ждет. Я выполню свой долг перед незримым, став вашими ушами, глазами среди ученых. У меня кресло сломалось. Фулат, расскажи Басиму историю нашего пера. Наша традиция уходит корнями в Египет. Она отсылает к перьям и богине Маат.
Перья цапли ассасина окунали в кровь убитых врагов. Их оставляли для повелителя Дуата, чтобы он совершил свой суд. Мы же должны быть смиренны и помнить свое место. Мы посланники справедливости, а не судьи. Кто не поедет со мной сегодня в дозор? Я пойду с тобой, но мне кажется, нужно двигаться, чтобы согреться сегодня. Я благодарен тебе, пойдем. Ты идешь, Басим? Рассказы подождут. Ну, пойдем, пойдем. Выбрать факелы. I overheard Mentor Rayhan speaking to an emissary earlier. Mentor Rayhan asked if we may come under attack for dealing with rebels in Baghdad. Are we safe here at Alamut? I do not know, but I pity the people who attacked this nest of eagles. Come on! А там желтый сундук, что ли? О, еще сундук. Надо будет поискать. How goes the watch? Nothing happening at all on Alamut, and I am so hungry. We did not make it to the main canyon. Excellent. We will start there. Thank you. Come, Nur. Follow me. Доберитесь до смотровой точки. Пойдем. Are you looking forward to your initiation? Yes. Вот-вот-вот, надо посмотреть, что там. I could not sleep the night before my ceremony. From excitement and a small bit of fear. Да перепрыгни ты корзину эту. We all fear the unknown. Точно, сундук. But a greater unknown awaits on the other side of initiation. You speak of the order. I see them as monsters from a tale. Hiding in dark corners, down dark alleys. The difference is that the order is real. А то что такое? What do they want? They want to control Baghdad. They want power. Боезапас. Они что-то все болтают. Вон там еще. Опа. Забрать добычу, полный боезапас. Чем добыча и боезапас? Так, нам куда-то наверх надо. Махмуд, пойдем наверх. Сможем тут где-нибудь? О, не сможем. Так, ну подвинься, стоишь тут. This is Mahja. Это Муджа. Magnificent. Она великолепна. Soon, you should have one of your own. Скоро у тебя будет свой орел. Фуладж познакомил меня с орлом Энкиду. Он сказал, что у нас много общего. Это не было похвалой. She sees something. Она что-то заметила. Следуй за мной. Find a place to hide. What is this place? We must be near the camp. We have the element of surprise. Be ready. Stop making so much noise. Но я же свистнул, иди сюда. Скорее, Нур, я за тобой. Мы должны действовать. Согласен. Что это за крендели сюда пришли? Нужно дождаться. На Нура наступит там. Нур красавчик, так, да? Нур красавчик.
А, так они слышат, да? Вы обречены, готовьтесь к смерти. Кто спалился? А кто спалился, я не понял. А, кореш мой там уже, ё-моё. Корешан. Ух ты. Где этот? Иди сюда. Do not give up. Keep fighting. Remember your training. Совсем не похоже на деревянные мишени, да? Дело не в этом. Этот меч. А что с ним? Такое оружие в ходу у наемников из Багдада. Нужно предупредить остальных. Наемники из Багдада. Откуда ты знаешь? Басим узнал меч, я ему верю. Позови его. Как ты догадался, что эти люди из Багдада? Я вырос на багдадских улицах, много раз видел такое оружие, очень близко. За любым наемником стоит человек, отдавший приказ. Да, и нам пора действовать, если мы хотим выяснить, кто это. Мы вернемся в Багдад, нам поможет Али ибн Мухаммад. А, конечно, сахиб из Сидж. Он опасный, одержимый глупец. Возможно, но он один из немногих наших союзников в Багдаде. Он нам нужен, как и его люди. Я вернусь в Багдад. Отправляйся к Али, выясни, не орден ли послал наемник. Хорошо. Вахалахалаха. Вахалахалахалмахалаха. Вафахалахамаха. Вадаан. Арака лахикан. Арака Аллахи Лахам. Вот мы и готовы к бою. Так, открыть меню навыков. Давай посмотрим. Так, предметы появились. Отлично. Так, меч и кинжал. Клинок в одежде. В ведущей руке это ваш главный источник урона.
Так, хорошо. Что мне тут наряд? Давай мечи посмотрим. А, выбрать ничего не могу, да? Острый клинок, урон, ослабляющая защита, легкое парирование дает удивительные возможности. Требуется материал. Так, для чего? Аламутского посвященного. Так, кинжал Аламутского посвященного. Наряд жителя Аламута. Так, костюм. Пустая. Так, так, так. О, сумка. А где все, что я собирал? Так, о, эликсиры даже есть. 4 ножа метательные. А, вот, я собирал всякую ерунду, да? Игральные кости, перо павлина, перо фламинго, заячья лапка, костяная пуговица. Так, нефритовый медальон, кольцо с изумрудом, игрушка из кости. Так, навыки, посмотрим. Навыки, применение очков, навыков в узлах позволит улучшить навыки боя и скрытности. Так, тут что у нас? Автоподбор. Позволяет автоматически обобрать тело врага после скрытного или быстрого убийства. Кстати, вот как вариант. Давай-ка сделаем, наверное. Так, здесь первооткрыватель. Око Энкиду подсвечивает ключи, важные возможности, например, сундуки. Кроме того, скрытые проходы становятся проще обнаружить. Тоже важно. Ответный удар. После успешного парирования нажмите, чтобы ударить противника, чей удар был отбит, используя. Так, блин, все нужно. И реально все нужно. Ловкое приземление. О, тоже интересно. Так, мешочек для эликсиров. Возврат ножи. Вот, ножи возвращаются. Блин, я все хочу. Я все хочу, все хочу. Так, что, давай хищника возьмем, наверное. Сейчас. Так, дальше кодекс. Кодекс, так, понятно. Что непонятно. Предметы, что-то у меня не все просмотрены. А как мне посмотреть? Она не дает посмотреть-то. Улучшение снаряжения. Вот что это улучшать можно, да? Это требует требования материалов, это для улучшения. Так, ну ладно, это я посмотрел, что. Отправляюсь в мастерскую Аль-Хасана. Так, а где он? Мастерская Аль-Хасана. Наверное, там, возможно. А может и не там. Так, что, прыжок веры? Опа, четко. Ассаламу алейкум. I must see Аль-Хасан. He awaits me. Так, а вот это красным что сверкает. Ассаляму алейкум, Ребекка. Ва алейкум ассалам, Басим. Was a slow and boring day. Did you not know that I have Ты разве не знаешь, что мое посвящение уже назначено? Правда? Похоже, really первым посвящаем всех подряд. Where is this all coming from? Чего бы это? Oh, а, да, успокойся, прекрасно знаю, well какой это важный день для Басима. Ваваха Аллаха. Вот и поговорили, да? Так. А, и все, она теперь синим светится. Вон сундук. Это сундук, сундуки, походу, с ножами. Да, полный боезапас.
Там что-то красным светится. Здравствуй, Табит. Чем ты сейчас занят? Слышал об Илтане? Это одна из наших основательниц. Она убила Александра Великого при помощи редкого яда. Я хочу создать рецепт этого яда по историческим записям. Илтани научила меня, что любых врагов можно победить, каким бы могучими они ни казались. Спасибо тебе за этот урок. Так, пойдем, что там там надо. Аль-Каль-Хасану. Как себя чувствуешь в этот замечательный день? Странно, Аль-Хасан, спокойнее, чем я думал. Мне казалось, в душе у меня будет буря, но я спокоен и собран. Потому что ты посвятил всего себя обучению и не полагался на удачу. Возьми, Басим, ты это заслужил. Это большая честь, думаю, ты это понимаешь. Рошан и остальные ждут меня, Мадан. И спасибо тебе, Аль-Хасан. А что мне дали? Сверток. Дали сверток. Доберись до входа в пещеру. Мне дали сверток. А если повторно подойти, он же там мастер, типа, да? Что-то, может, что-то сделает? Улучшение или что-то? А не, нифига, так не работает, да? Это так не работает. Очень жаль. Аль-Хасана Макасана. А, мне туда надо. Так, этот красный что-то у нас тут. Ты чего красный, друган? Мешки с пряностями, мешки с цветными пряностями помогут затруднить обзор стражи. Метните нож или ударьте по мешку, чтобы вокруг образовался... А, вок. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Басим, я тебя не заметил. Как тебе? Мой совет. Наносите удар с запахом, тогда удар получится мощнее. Это типа вот эти, да? Опа, а чё он огонь какой-то взял? А, это факел, ё-моё. Это факел. А, вот. Ух ты, ядрёно это. Кошковож. Ядрёно кошковож. Так. А это да, это у нас. Так. Клинки, стрелы, метать ножи, дымовые, так, дротики. И так далее и тому подобное. А где у меня? Мне по игре должны были дать. Там другой меч, кинжал, одежу. От Аладдина там что-то такое. Где это все? Где мое добро? Как ты себя чувствуешь? Готов сделать прыжок? Знаю, для меня была честь наблюдать за тем, как ты проходишь путь ученика и мужчины. Я благодарен тебе за то, что ты указывал мне путь. Я рад это слышать. Идем, тебе нужно облачиться в новые одежды. Так, мои одежды дадут. Ё-моё, можешь и меч мой дадут? Нет. О, тебе к лицу. Идем, пора. Come, it is time. Так, и куда мы пойдем? How did you feel on that day? Каково тебе было в тот давний день? Страшно. Ладони все взмокли от пота и колени тряслись.
Не могу представить, чтобы ты боялся. Позволь мне в этот важный день открыть тебе секрет. Быть смелым значит действовать, несмотря на страх. Басим Ибн Исхак, ты готов отказаться от прежней жизни и идти дорогой теней? Да. Ты готов отринуть все, что определило тебя раньше, пожертвовать всем, что было тебе дорого? Да. Никогда не забывай принципы, которым поклялся следовать. Не обращай клинок против невинных. Прячься на виду. Никогда не подвергай риску братства. Тогда из брака ты придешь к свету. И от света ты спустишься во мрак. А что, отрезать надо, что ли? А если я не хочу резать? Я не хочу пальцы отрезать, вы что? Серьезно, что ли? Блин, а других действий нету. Ну ладно, давай режем-то. И что, себя калечить надо, что ли? Вы что, совсем с ума сошли, что ли? Басим Исхак, отныне ты следуешь путем орла. Приветствую тебя, незримый. Ты умер и был рожден заново. А теперь сразись со мной, как равный. А я уже не понял, как сражаться там. Well done. Letting your anger take over again. How is that for focus? You have trained me well, Roshan. Sajuli! Noor! Noor! Do not strain. Не напрягайся, побереги силы. Он ехал налегке, покинул Багдад в спешке. Вот, пей. Али исчез. Ночью они забрали его. They took him in the night. They?
Они? Орден. Перенесите его в мою палатку. Без Али мы слепы. Багдад и действия Ордена покрыты для нас туманом. Нужно ехать в Багдад. Рошан и Басим, отправляйтесь в Фулат. Выезжайте немедленно. Басим, нужно ехать дальше. Могу ли я сначала осмотреться? Багдад и его окрестности зовут меня. Так и быть, но не задерживайся. У нас много дел в Харбии. Ищи увитый зеленью двор близ мечети в квартале Шари. Мы будем там.